Татьяна Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Я слышал достаточно, ну, на мой взгляд, работает все, да, парадоксальную вещь, что наш мозг принимает решение еще до того, когда мы даже задумались о том, что нужно какое-то решение принимать, и что это принимаем не мы, как вот мы, осознанное «я», если можно такое выражение использовать, а кто-то другой. Кто главнее, кто важнее, человек или его мозг? Вы парадоксальным образом начали с самого трудного вопроса, над которым человечество бьется уже некоторое время. А потом про ерунду поговорим. А этот вопрос сводится к следующему, на самом деле. Я и мой мозг — это одно и то же? Или я — это как бы где-то, а мой мозг как бы где-то? Я понимаю, что это звучит чудовищно, но вопрос стоит именно так. Потому что действительно есть серьезные научные данные, которые говорят о том, что если мы будем фиксировать то, что регистрировать то, что происходит в мозгу, когда мы принимаем какое-то решение, то томограф или энцефалограф будет фиксировать, что мозг уже решение принял. После этого проходит некоторое количество секунд, а это очень много, потому что мозг работает на миллисекундах. И только потом человек на какую-то кнопку нажимает.